Петрас Ауштрявічус, депутат Європарламенту від Литви, колишній спікер парламенту Литовської Республіки. Вважається другом України в Європі, виступає за якнайшвидше надання нам безвізового режиму. 28 березня набув чинності безвізовий режим між Євросоюзом та Грузією. За словами голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера, Україна отримає безвіз вже на початку літа. Коли Україна отримає безвіз з Євросоюзом? Політичне рішення имеется. Необходимо иметь правовое решение, что будет делаться на другой неделе в Страсбурге, а потом уже Совет министров окончательно подтвердит наше решение. Безвизовый режим, он предоставляется наряду с многими условиями. И борьба с коррупцией, и продолжение реформ правосудия и так далее. Если это все остановится, я знаю, что имеются новые, скажем, попытки пересмотреть некоторые законы по декларированию доходов. Я бы не рекомендовал бы заняться этим искусством и этим творчеством. Это не приведет к хорошим последствиям. Я говорю совсем откровенно и ответственно, но я надеюсь, что безвизовый будет введен, потому что это очень важно и для нас, и для Украины. Путін може напасти на Литву у вересні під час спільних російсько-білоруських військових навчань. Про це днями в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy заявила президент Литви Даля Грибаускайте. Чи нападе Путін на Литву? Я думаю, що ця можливість существує постійно. І на це можна смотреть, необхідно смотреть дуже серйозно. Для Путіна Запад представляє основну угрозу. Всі маневри, які організуються Російською Федерацією, в большинством случаях они несут нападающий характер. Переброска российских войск в Белоруссию будет беспрецедентна, потому что никогда еще раньше столько войск не было задействовано. И Калининградская область тоже будет в полном боевом положении. Мы уже имеем долгосрочный план, и мы его выполняем по укреплению оборонительных способностей Литвы. Во-первых, мы увеличиваем финансовые расходы на оборону. В этом году они достигают 1,8%. На другой год мы будем уже превышать 2%. Многие в Литве, я лично сам, мы вступили в ряды добровольческих отрядов, это стрелки так называемые Литвы, и люди принимают это все серьезно. Если будут провокации, то Кремль должен знать, 40-го года повторения он не увидит. Со цветами никто российские танки не будет на наших улицах встречать. Будут встречать с другими вещами, и я не бы хотел, чтобы все это повторилось бы.